Можно начинать? Ага. Значит, они воздействуют на точки, которые располагаются у нас на стопах и на ладошках, ну, так называемые, наверняка знаете, акупунктурные точки, да, и помогают их стимулировать. Так вот, воздействие, ну, можно заметить уже через минуту воздействие на организм, эти приятные ощущения, да, вибрации, которые проходят по всему организму, да, ну, у меня вплоть до макушки, да, начинает трястись. Так вот, что интересного, как по ощущениям, ну, что чувствую я, да, в первую очередь, это то, что когда занимаешься, там много тренируешься, занимаешься спортом, у тебя в мышцах вырабатывается молочная кислота, ну так, негативная такая сторона, да, скажем так, тренировок. Он помогает снять именно загруженность вот эту мышц, он помогает убрать эту молочную кислоту из мышц, да, и снять этот болевой синдром, то есть перетренированность и усталость. Он помогает стимулировать кровообращение в организме, снимать тяжесть, вот эту вот усталость мышц. И очень придает такой бодрости и энергии. Обязательно после использования, после того, как вы закончили использовать приборчик, слезли с него и выпейте стаканчик воды, потому что, ну, дабы восстановить гидролитический баланс, ну, вы знаете, что с водой у нас уходит все вот эти шлаки, вся вот эта грязь. Поэтому после того, как вы простимулировались, уберите, ну, водичку, вот это негативное воздействие. В принципе, наверное, все, очень интересный прибор. Мне нравится, использую два раза в день. Опять-таки.